это сразу. Нам надо просто научиться уходить с линии атаки. Да, ну, увидел пьяного, как бы, и отошел. Ну, пожалуйста, проходи. Вот. Но если иногда нам некуда бежать, то нужно, чтобы он попал вот к нам в удобное положение потом. Чуть-чуть меньше. Да, то есть вот он здесь сам приходит. И почему он отдает нож? Потому что ему сейчас некогда про него думать, да? То есть, чтобы отнять какой-то предмет, надо, чтобы у него не было сил. Вот вырвать нож вот в такой ситуации силой, это из области фантастики. А забрать нож, когда человек думает, как спасти глаза, вообще проблем нет, да? Забрать можно силу из ножа и в самом движении. Но это немножко уже труднее. То есть вот идет сила в ноже. И вот мы с ней соединяемся, проходим по ней. Что сейчас мы ищем? Баланс, да? Нас нож сейчас вообще не интересует. В нем нет сил. Поэтому вот лучше управлять ситуацией, когда... теряет человек силы. То есть не бороться с ситуацией, а управлять. Для этого мы должны быть в удобном положении. Если нужно, подойти поближе к ситуации. Там все должно быть рядом, вот оно, хорошо. Тогда вот, нож уходит незаметно. Ну, любая ситуация, любой предмет. Вот. А потом можно уже научиться немножко действовать. Раньше. Что значит раньше? Вот, когда есть чувствительность, уже понятно, какое будет движение. И не обязательно ждать, когда тебя зарежут, да? Не обязательно ждать, когда зарежут. То есть резать можно что? Когда нечего резать. А когда человек падает, то проносит ногу, забывает, потому что надо посмотреть, куда он смотрит. Конечно. Что если просто тупо вниманием делать, да, здесь не получится. Я не успею следить траектории и все остальное. Поэтому здесь вот. Можно только по ощущениям. Вот один активный, да, но ты тебя зарезал. А то, что забыл пока. Отбивал ножку вниз.